Привет, вы снова на канале «Любимая еда». Сегодня я решила приготовить быструю пиццу. Для этого нам понадобится 2 яйца, 4 столовые ложки сметаны, 4 столовые ложки майонеза, 9 столовых ложек муки, помидор, маринованные огурцы, кетчуп, сосиски и сыр. Для начала мы взбиваем 2 яйца. Далее в яйца мы добавляем 4 столовые ложки сметаны. Так, и 4 столовые ложки майонеза. Перемешиваем. Теперь перемешали, добавляем 9 столовых ложек муки. Все перемешиваем, чтобы у нас получилась однородная масса в виде густой сметаны. Перемешали, я немножко все-таки решила подсолить. Чуть-чуть. Всю эту нашу массу сейчас мы будем выливать на сковородку с разогретым растительным маслом. Наше тесто мы вылили. Далее я нарезаю сосиски, можно колбасу. Можете добавлять все, что угодно по своему усмотрению. Колбасу копченую, докторскую, сосиски, там бекон, грибы. Перчик болгарский, что хотите на ваш вкус. Я вот решила добавить сосиски, помидор и огурчик. Так, выкладываем наши сосиски. Вот так произвольно. Теперь я кладу сверху помидоры на сосиску. Я немножко кетчупом еще сбрызнула. Можно томатной пастой, это по желанию. Помидорку нашу сверху. Теперь можно еще украсить маринованным огурчиком. Для красоты. Для красоты, для вкусноты. Все на ваш вкус. Что хотите, добавляйте все, что угодно можете добавлять в вашу пиццу. Вот что есть. И теперь сверху посыпаем все тертым сыром. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне минут 5-7, пока сыр не расплавится. Итак, спустя минут 7 наша пицца готова. Очень быстро, вкусно все получается. Вот я кусочек уже отрезала, кладу ее на тарелку. Вот такая вот замечательная пицца. Хорошо на завтрак, на обед, на ужин, в любое время. Главное быстро, любые ингредиенты, какие вам нравятся. 7 минут и готово. Всем приятного аппетита, надеюсь, вам понравился мой рецепт пиццы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, до скорых встреч, пока.